Всем привет! Сегодня у нас Лего Фрэндс. Спасение тигра на воздушном шаре называется. Джунгли. Это Лего для детей от 7 лет. 41-423. Вот такая коробка. Тут Эмма и Андрей. Да, две девчонки. И тигрята. Я не знаю, написано спасение тигра, но мы тут видим тигрят маленьких, да? Тут есть или вот это, шар. Или это мама тигра? Ну, шар и тут вот внизу. Ну, посмотрим. Это, может быть, это маленький, это большой? Она больше на маму похожа. Реснички. Ну, сейчас посмотрим. Тут вот есть даже и попугай, там черепаха, лягушка. И бабочка, да? И лилия. Вот что сзади тут у нас на коробке. О, тут что-то показано. Тут в пещере где? Есть, кстати, вот. Алмазик. Так, алмазик. Ну, будем прятать, значит. О, она кормит их. Кормит, да. Ну, тут видно, что один ноль поменьше, да? Угу. Ну, сейчас будем открывать, смотреть. Открыли коробку. Я доставай. О, это запчасти шарик от воздушного шара. Это самый первый кусочек. Первый, второй. Что там еще есть? Конструкция есть. А, еще пакет. Третий пакет. Вот черепашка. Здесь 302 детали. Детали довольно много. И очень толстая инструкция. Как журнал тоже. Ну вот. Да. Вот какая инструкция. Наклейки там внутри, смотри. Вот сзади перечень деталей. И вот тут разные всякие еще наборы, которые есть. О, у нас такой от Lego Friends. Вот такой мы делали, да? Угу. Так, и тут вот тигр у нас натуральный, смотри. Угу. Ну, это похоже на этого, да. Будем считать, что это он. Вот, вот такое получится. Сооружение должно у нас получиться. Угу. Сейчас мы будем заниматься. Это дело долгое. Всего 3 пакета. 4 даже пакета. О, и тут алмазик просит. Все, да. Начинаем. Мы первый открыли. Ой. Вот, сейчас будем собирать. Мы собираем по такой инструкции. Собираем, да, из инструкции, которая в приложении. Планшетики мы тут. Часть, тут можно и крутить. Части вот от девочки. Да, тут чем она удобна, что можно вот посмотреть, что не понятно. Ну, тут сейчас плохо видно, да? Очень. Ты уже переключила, да? Вот, ну, тут по порядку. В общем, все что угодно здесь. Здесь с разных ракурсов видео снимаю, показано, как снимать. Вот, здесь, кстати. Отсвечивает. Вот так вот. А, вот. Вот так вот хорошо видно. Все, мы начинаем. Закончили первый этап. Андрея упала. Вывалилась из шара. Вот, Эмма, Андрея. Есть шар у нас. И вот тигр сидит. Все, переходим дальше. Ко второму этапу. Так, у нас закончен второй этап, второй пакет. Вот что у нас сейчас отправляемся. Есть. Отправляемся. Да, эти уже могут лететь. Куда-то там. Сильно высоко. И вот у нас тут частично есть постройка. Кстати, вот лишние дальки вот. Можно. Лишние? Ну, ой, можно будет их, да, куда-нибудь прицепить. А это ж кость, кость это, наверное, тигру, да? Кость, она тоже лишняя, можно две. Вот. Ясно. Ты сюда налепила. Я забыла. Все, упала. Упала это, как спасательница тигра. Вот. Андрей. Так, ну начинаем третий этап. Мы закончили нашу сборку. Так, демонстрируем вот это сооружение. Тут вот, вот такая палочка. Сейчас, подожди. Мы взлетаем. Вернее, тигр взлетает. Вот. Садится назад. Он пришел. Сделали мы все это. Сейчас покажем, что там. Показываем дальше. Давай, что тут у нас Андрей получилось. Андрея лежит у нас, отдыхает. Вот мама. Мама Андрея? Да. Ой, ну не мама, а мама я сама тигренёнка. Тигренка. Да. Так. Тут вот черепашка есть. Черепашка. Давай всех животных там. Тут есть у них пещера. Там есть, кстати, улиточка. Вон. Да, улитка там сидит. На наклеечке. Ой, паук тут ползет вот. И есть косточка для... Косточка для тигра. Есть еще вторая косточка, можно кинуть. Это запасная. Вот, вход сюда открывается. Угу. Ну, не открывается, это просто на этой штучке. Угу. Ладно, потом сделаем. Тут, кстати, алмазик. Спрятанный. Да. Угу. За водопадом. Да, был еще второй. Мы сюда прицепили. И если так, что, это, кому-то... Это кто тут? Этот попугай, да? Да, попуга. Если что, попугайчик. Кому-то надо прививку сделать, вот.
шприц наличии, да? Да. Тут еще из животных. Жабка. Это лягушечка? Да, жабочка. Есть еще ящерка. Тут целый зоопарк в джунглях. Вот, допустим. Мама вот села отдохнуть. И ее вот так ветка. Оп. А теперь маму можно там, да, покатать. Это ее аттракцион. Массаж. Все, мама отмассажировала. Сеанс закончился у нее. Так, ну давай воздушный шар покажем. Вот, воздушный шар. Воздушный шар. Воздушный шар дубль 2. Да. Показывай нам. Вот, тут есть, кстати, еще один шприц и соска. Так. Вот тележка самого. Тележка, щенка. Куда можно вот тигренка этого посадить. И маму его, в принципе, посадить можно. Так, посади, я не вижу. Упал. Есть. А, кстати, тут есть еще лилия и бабочка. И тут еще где-то была бабочка. Она улетела. А, вот она. Вот, вот тут задний. А, его же коровка еще. Ой, сколько еще много. Коровка. В общем, здесь все, кто хочешь. Да. Вот такая красота. Мы взлетаем. Честно, воздушный шар полетел. Да. Всем спасибо. Покупайте. Очень интересный конструктор. Правда, потратили много времени. Иногда сбивались, но зато вот собрали такую красоту. Всем спасибо за внимание.